обязательно. На Марс входит истребитель и 4 мини-фигурки. Сначала расскажу про фигурки. Это офицер первого ордена. А это член команды первого ордена. Крутой шлем. А это два пилота-истребителя. Они одинаковые. Тоже очень классные шлемы. Теперь покажу истребитель. Очень удачная модель. Выглядит точно так же, как в фильме. Мне очень нравится. Антенка. Она подвижная. Также у истребителя 3 люка. Один сверху. В передней части. И сзади. В кабине помещается 2 пилота. Один спереди, а второй сзади. Также у истребителей есть пушки. Огонь! Набор очень классный. Мне очень понравился истребитель и новый пилот. Тут поставите лайк. Всем пока-пока! Также напоминаю, что у меня есть второй канал. Он называется Coco Play. Там я играю в игры. Сейчас я играю в Майнкрафт. И в Лего Nesto Knights. Ядовитый взрыв! Ссылка в описании.